Я просто не развелась, понимаешь? Алына Даниловича? Говорю, Данилович, блядь, чтобы вы понимали, он мне показал катки, где он в одной катке дал три эйса, три. Три? Да, один, а потом два подряд эйса дал, я охренел. Ну это эко, Данилович на таком обычно берет, ну типа набирает, а потом начинает сосать, ну ой. Так! Пошел! У Оли сейчас деньги будут, и это... А если буду АФК стоять? А? Не-не. Если будешь АФК стоять, это все равно легкая каточка для тебя, поэтому... Ты че, вообще офигел? Ой-ой-ой! Оп-оп, живем. Оп, а это что ты на это скажешь? Что ты на это скажешь, Данилыч? Это изи будет. А-а-а. Окей. Хорошо. А тут нельзя на сервере сделать, типа, чтобы побыстрее секунду шли? Могу, но вдруг закупочная нужна подольше. Поняла. Оп, флешечка. Пошла. Оп, Данилыч вылетает из такси. Все прочекивает. Перестрелка. Перестрелка двух, так скажем... Он почему-то чекал спин, я думаю, что... Данил, что ты скажешь? Происходит? Что ты скажешь на это? Прилетай и беги, мы играем. Окей. У вас еще есть шорты, если что, Данилыч. Бля, хомуха, вот это Бонни Хоуп. На нахрен. Смачотик профессиональный, как всегда. У Оли есть молитов. Летел на шорт. Данилыч подозревает что-то неладное. Оля тоже думает, что тут что-то не так. Сука. Бамс. Танюша пи фруктоска строго смотрит кук. Получается. Не получается. Ой-ой-ой, 20 хп у Данилыча! Данилыча залетает пуля в голову! И он забирает этот непростой раунд! Нормально. Кстати, чат, завтра стрим, скорее всего, будет в 20:00. Там... 8? Да, там Вавилоныч стрим не будет. А что у тебя завтра будет? А я не знаю, нужно еще придумать что-нибудь. Оп, молик, Данилыч ищет смоук, тушит, вылетает, убивает. Спасибо за дигл. Что-то фруктоске нужно сделать экономический раунд, мне кажется, как ты думаешь? Да, я думаю, да. Мне кажется, Данилыч тут что-то трахает прям. Что-то прям вообще жестко. Я думал, кстати, то, что ты это, то, что ты, Оля, ну, возьмешь побольше раундов, но тут Данилыч как-то вообще ебет без шансов. Я что-то как-то не в прямом очень... и в переносном, так скажем, смысле слова. О, ты чё, дурак? Ладно, осуждаю нахуй. Все, у Оли появляется, так скажем, дропешник. У Данилыча уже накопления здоровые. Если что... Ладно, ничего. Данилыч и правда ебёт? Ну тут, бля, без шансов. Вообще без шансов. Жестко. Без матов, быдло еба. Хорошо. Это мне? Не, это мне, походу. Данил. Дань. Скажи пару слов о в твоем противнике. Дань. Думаю, посложнее будет. Да не. Ой-ой-ой! Я не могу прицелиться просто. 16 хп у Данилыча остается, у него опять залетает в бошку. Дань, ты что-то без шансов тарабанишь ее. Он просто, я говорю, мы когда на имя были, он просто мне голову сразу ставил. Тарабанишь без шансов. Может быть...
Потом какую-нибудь... Хотя я не знаю, у вас аимка запустится тут? Да не, тут смысла нет от аима. Минус 50к, бисекс на тебя поставил, 50к фруктовка. Чё, бисекс вообще его надо, что ли? Оп, Данилыч выбегает. Опять профессиональный смок от Оли. Камеры как на ESL. Пролетка. Я похоже на где? Смачок на Сити. На, понял. Прошивочная. Оп, заметил Данилыч. Кидает хаешку. Данилыч не видит. Ой-ой-ой, Оля забирает второй раунд. Счет становится 2-7. Слимон, спасибо огромное за сабочку. Три уже сабки за стрим. Данилыч с читом. Не, Данилыч без чита играет. Ой-ой-ой, Данил взял тяжелую артиллерию, но мне кажется, она может ему заруинить игру. Оп. Че, Навик взял? Банни Хоуп, да. А че, мы с Навиком играем? Да-да-да. Тут потому что это срок госсекта можно. Оп, Банни Хопчик. Оп, 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 оп. Нормально. Данилыч пытается про... Опа-на. Нихрена себе. Промахивается Данилыч. Оля начинает паниковать, дает молик. Молик возвращается к Оле. Данилыч не понимает, где Оля. А Оля-то! Ой-ой-ой! Блять! Чьи волосы нахуй! Короче, беру вот так. Закупочка нормально. Бля, как вы живете с волосами? Это ведь... Нормально, ты живешь с волосами. Ну не с такими длинными, они в рот прям лезут. Оп, пошла. Ой, бля, как же он тебя это выиграл. Боже, как же он меня выиграл, да. Да, выиграл. Это жестко. Да не напоминает такую раскидку. Где ты, в ТикТоке такую увидел? Нет, я сам. Сам придумал? А ты видел какие-нибудь снимаки в ТикТоке? Только на Мираже. Только на Мираже? Чоколаде такую штуку не нужно спамить, типа, когда обычно. Хорошо? Она ненужная. Все, никто не будет качать ничего. Нави Данилович, согласен. Оп. Смачочек. Профессиональный. Цель. Молик! Фейерверк. Оля заняла очень хорошую позицию. Данилыч, которую... Оп, смачок на Сити. Пик под смок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно! Хае гранейт. Ответная хаешка. Ой-ой-ой, как же он переиграл. Данил. Что ты скажешь на это, сынок? Ой, браток. Алло. Просто на ходу меня отставили. Лайк, лойс, понял. Ладно, я считаю, что 5 раундов взять. Ну да. Такого противника сильного, это уже 5, хорошо. 5 согласна. 5 да, можно. 5 это уже хорошо. Да. Ну, ты возьми вначале 5. Ладно. Оп, флешбэнг. Оля, вах, это... Данилыч прочекал яму. Ой-ой, как же он тебя тарабанит просто. Я думал, что он мне будет так обходить смок, ну ладно. Блин, я думал, ты как-то получше сыграешь, Оль, может заберётся. Да Ваня, я не умею играть на тебя бисекс, на тебя бисекс поставил 50 тысяч баллов. А, да? Угу. Ну, бисекс соболезнует твоим баллов, что могу сказать. Данил, давай коронку, слышишь? Твою коронную песню, которую ты умеешь. Атакаидая. Это что, гуль? Или Наруто? Я не знаю, это аниме какое-то. Оп-оп-оп-оп-оп. Прошивает фруктоску, Данилыч кидает фруктоски и молик под ноги. Фруктоска горит. На, гори, согласен. Я горю, да.
Да, здесь. Слышь, ты пятерку не забрала. 5 раундов не забрала, слышь, Валь? Жаль. Ну, я вообще в целом говорила. Ладно. В целом? Да. Ну, мне кажется, тебе нужно посложнее противник, как ты думаешь? Да не очень. Вообще могу размяться. Ну, разминку прямо в эфире сделать? Кумалышки, привет, зайк. А меня так видно будет? А? Испугался. Меня так видно будет? Ты такая сучка. Блять, Вань, спасибо, ты ставишь, сука, за инфу. Я не тебе. Это я прочитал то, что Оля, о, Юля написала. Ой-ой, Вулха Кинг. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Берет 4-й раунд. Ну ладно, хотя бы 4-й, сука. Хотя бы 4. Нормально, нормально. 4 раунда за, ну, за КТ взять. Это нужно быть, я не знаю, кем. Тихо. Так, что мне надо взять? А может мне поменять руки в другую сторону? Давай. А у меня не поменяется. Давай, давай, давай. Ну... Чтоб посложнее было. Наступи, девочки, немножко раундов. Хотя мне это не поможет. Ебать, срок красивее, чем мои одноклассники, факт. Типа, меня даже Face ID распознает. Я думаю, вдруг не распознаст. Данилыч. Вантап, давай вантап. Одну пулю. Одну пулю. Одну, давай еще одну. Не-не, нужно в голову, в голову. Одну пульку, давай, выходишь? Типа такой. И потом, знаешь, ой, скажешь, чтобы ты тикток вырезали. Ебать фейк. Данилыч начинает подозревать что-то неладное. У Данилыча начинается паника. Ой-ой-ой. Я ой. Что-то снесла даже. Нифига. А кто же это? Бэтмен. Кто? Бэтмен? А ты знаешь вот эту песню? Иду под... Давай вот под вот эту песню ты такой. Идешь на лонг и убиваешь его вантапом со скаута. Готов? Иду по тропинке, ля-ля. Да, вот это давай. Ну, когда ты будешь стрелять, ты вот так вот произнеси. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Давай. Что за песенка? Ну, тиктокеры знают. Не знаешь. Не, я не смотрю тикток. Я не знаю. Вань, кикай, Вань. Давай. Слушай, кикай. В моей голове. Бля, у меня даже копипаста для этого есть. Охренеть, откуда у вас паста это? Копипаста, да? Данилыч, бля, ну ты ее, конечно, тарабанишь прям жестко слишком. Слышь, ты даже 5 раундов не возьмешь. Бля, Данилыч, дай мне, пожалуйста, 1 раунд и все. Можно сливаться. Данилыч, ты что-то... Ты раньше играл как-то хреново, но я понял, тебе нужно походу вообще посадить противники. Прям жесткие тебе нужны противники. Согласен? Угу. Давай ее, вантапы видел. Прыжки, прыжки давай. Давай, давай еще. Еще! 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 Да короче. Бля. Ну что так сделаю, а в дом буду сливать. Давай еще со скаутом. Можешь I can't stop дать? Полнейший. Все, 5 раундов взяла, можно сливаться дальше. Данил, сейчас... Это все как задумано было. Готовьте свои покчампы, господа. Готовьте свои покчампы. Данилыч показывает грязюку. Что, мамик, да? Не-не-не. Yeah. У него, ему настолько скучно с тобой играть, то что он зевает. Нихрена себе смешок. Данилу уже скучно, я же говорю. Давай, Дань. Ты видела это?
Охуеть! Он тебе что-то поймал, смог с ноускопом. Охуеть, да, так я остановилась и смогла. Просто в охуе, да. Да, ты через смог попал ноускопом на минус 90. Данил, можешь сказать? Я хоть аптечку словила. Можешь сказать? Херня рубит чисто. Изи, можешь сказать? Окей. Окей, Данек. О, пошла. Заготовочка. Ни хрена себе. Пускай против Симпла поиграет. Да куда ему там против Симпла? Мне лучше ей гранату убивать, чем убивать ее просто. Ладно, возьму вот это. Давай носкопы Савика покажешь? Да хватит издеваться надо мной! Да. Кто-нибудь завязывает волосы в узелок? Не косичка, а узелок. Название. Минус 50 тысяч? Да, ничего страшного. Пистикс, боже. Куда ты, на кого ты ставишься вообще сам? Данил, давай, чтобы... Ставишь? Давай, показывай грязюку. Давай еще. АВП возьмешь, я тебя запушу. Запушишь ее Ташку? Ты что, дурак? Зря. Очень зря. Она что-то купила, чтобы через всю карту там стрелять. Зря. Папочку разозлила ты. А папочка, когда зол, он очень сильный. А тебе минус... Ну почти, почти. Данилыч, что за херня? 32 хп, да. Напиши еще что-нибудь. С этой пушкой поиграю. Че там, дробовик какой-нибудь? Я не знаю, кто вообще берет эту пушку. Я не знаю. Я просто поставила, а потом забыла опять ее. Вот дигу поставить. Давай в прыжке попробуешь. А где она будет, мне вот интересно. Не, ну ты попробуй как-нибудь ее разгадать, загадку. Она там, слышишь? Вон там. Там. Секунду. Окей. Ура, Срога голову помыл. Охуел? Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. И смущаюсь я, краснею я. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. В прыжке правая кнопка мыши. Бляха, муха. Дань, ты... Ну ничего страшного. Револьвер, поиздевайся, серьезно? Поиздевайся над ней. Не, ну да. Поиздевайся. Да хватит издеваться, реально. Это кто? Важный перевод. Ну ладно, не буду, АВП. Сейчас просто убью тебя. Давай берешь АВП, короче, и стреляешь шарта. У меня не хватает денег, у меня еще 100 баксов. А, не хватает? Ладно. Два эко и навик. Или три, сколько там надо навик? 4750 баксов. Жестко. Маленькая, ла-ла-ла. О, вижу тебя. Ай-яй-яй! А, у тебя мало хп, да? Долбоёб, не видно. Да похуй. Барни, ты знал про вот эту штуку, или у тебя не будет ЭВС ещёса? Сейчас, ну-ка покажи. А, ты не ВСВСа? Вот такой прицел. Да, я понял про что-то. Через консоль, да? Нет, не через консоль. Просто циферки на... Блин, я не могу это выгрузить. О, выгрузить. Что? Моей долой...
Да. О, Диман забронил... Не, ну Данилычу... Диман забронил стол. На сколько? На 10. На 10? Бля, почему на 10? А так поздно. Ну это поздно. Да, согласен. Ставлю мираж, и я хочу посмотреть сейчас, как баллы сейчас будут. Какой мираж? Мы еще будем играть? Ты хочешь, чтобы еще я позорилась? Я хочу, чтобы он тебя жестко просто оттарабанил сейчас на мираже. Сделайте ставку срочно, прямо сейчас. Да. Меня слышно? Да, теперь слышно. А кто еще поедет? Мы втроем? Я не знаю, я думал, он раньше забронит. Там он написал, что мест нету. Нигде. Ну да, сегодня же праздник. Чё же контент воровать? Да, я у Данилыча просто, блядь, у медиагиганта контент ворую, а он без канала сидит. Да. Так нельзя. Данил, ну-ка, наведись на нее через стенку, у тебя ведь волхак. Чего? Ну почти. А, стоп. Не-не-не, опять почти. Начинается пистолетка. Очень потный раунд. Данилыч, очень... Оу! Что? Бля, как же он тебя трахает? Я не могу. Ты видишь эти вантапы? Он одну пульку промахивается, а второй не промахнется. Охренеть, просто... Как? Ну просто как? Ну какая фруктоска, я согласен. Это кто написал? Ваня, круснул. Это кто написал? Это Максон написал. А-а-а, Максон, шадоупук. Ну-ка, да? Покажи фишки. День рождения, нахуй, не поздравлю. Это не Макс. Боёб. А какой именно Макс? Лови. Чё ты смеёшься? Я просто из-за того смотрел. Ты не видел? Нет. Бля, ладно, хорошо. А что? А что? Не важно. Красный, чё с ебалом? Данилыч трахает фруктоску, правильно? Ну, в переносном значении. Чего? Опа, фишечки от Петрика. Данный One Way Smoke никто не читает. Она меня не увидела? Ха, понимаю. Ну-ка. Мои. О, вижу тебя. Где? На крысичах? Да не. Ба! Дань, что съебало? Ты сам сказал залезть. Я хотел. Ладно, согласен. Ну он еще. А я думала, что он между типа на крысичах. Говоришь. Я что-то между чак. Бустер, после тебя стрим. Нет, после меня Вадя стримит, у него сегодня битва кейсов с Пози Тифоном. О, Пози! И Паня. Опа! Ты такое ожидал? Смог. Данил,
По-моему, она собралась, как ты думаешь? Дай. Эй, Дань! А чё? А чё он ливнул? Он ливнул нахер, он это... Всё, это 3-2-2, отвечаю. Так ты сам, Данилыч, мог зайти сюда. Вебку врубай, Дань. Дань. Почему-то у тебя вебка, Дань, не грузится. Ты тут? Даня, ты тут? Ты говоришь что-то? Я тебя не слышу. Ладно, ничего страшного. Ой, я тебя увидел. Ну-ка скажи, Дань, что-нибудь. А? Да, слышно, слышно. Здорово. Ой, блядь. Окей, хаки. Спасибо за 150. Спасибо большое. А я тут притаился! Блядь, я испугалась! Нихера себе, Данилыч! Ванёк, ты стримишь? Я ж мышку увела! Блин, я не могу чат открыть теперь. Минус сердце. У меня просто инсульт в жопу произошёл. Нихера, Данилыч, ты красава! Сейчас, погодите, чат, мне нужно всё вывести обратно. В общем, зависло все. Алло, Вань, Вань. Алло, алло, чё? Я не могу сейчас разговаривать, потом набери. Да, давай, пизду нахуй. Бля, Данилыч, тебя трахнула фруктоска сейчас. Что ты на это скажешь? Изю. Блин, а выпадай нельзя. Шалка битка. Хорошо, изи так изи. Оля, бля, если ты выиграешь, это будет, ну, пипец, понимаешь? Там чилы столько баллов зафармят. Что это было? Ну, хотела дать смог. Шаришь? Шарю. По чем, блядь? Молики раскидали. Ай-яй-яй-яй-яй, Данилыч. Я слышала его на стерсе. Данилыч на реакции взял фруктоску и просто за волосы и это. Осуждаю. Так что, мы по итогу поедем в 10 или, ну, да, поедем. Ну, я поеду, да. Вон. Пани, хоп. Данил. Данил, прокомментируй. Вот сейчас посложнее, да, чем на Дасте? Угу. Бать, раскидон от фруктоски нахуй. Сейчас жопа поджарится. Ой, блядь. Ладно, не залетело немножко. Алло, здорово, Марк. Здорово, здорово, Роб. Чё, как дела? Да нормально, бля, я пиздец постою скрываться. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Стримить будешь, Марк? Блять, вообще не ожидала, пиздец. Да ну ливните, ну мужики, ну зачем? Да завали ебало, мы стримим. Я думаю, сегодня постримим часов в 11 где-то. Придешь ко мне на гольф? Да, можно, можно. Но я сегодня еще в ресторан еду, поэтому позже чуть-чуть приду. А, бля, мы, кстати, после вишни тоже, возможно, с Аней поедем в рестике посидеть. А, так типа на сегодня отменяется стрим или что?
Не, ну смотри, смотри. У меня полноценные права на данном дискорд-канале. Еще одно слово, блядь, я вас кикаю с сервера. Вань, можешь, У меня друг шеф, понимаешь? Ну, типа, тебя не учили не перебивать? Так что, Марк, типа, завтра перенос, да? Не, ну смотри, не исключено, что я могу ночью подрубить, но если, типа, ты не успеешь дальше в ресторане посидеть, я могу и завтра подрубить. Ну ладно, тогда хорошо. Хорошо, Марк, ну тогда спишемся, да? Да, нахуя меня с дискорда кикают? Ты вылетел что-то, типа, связь. Давай, ну, Даша, ладно. Привет, с праздником. И да, ты Аню тоже давай. Поздравь с праздником. Давай, Ромчик, давай. Обнял тебя, давай, пока. Не уважают, неуважение просто. Вот вы видите, да? Из секс-склада кто самый, ну, гнилой? Сейчас, подожди, мне нужно... Посмотри, как... Как она губы просто сжимает, нахуй. Ты чё, сука, за мной следишь, мразь? А кто тут притаился? Может, со скаута лучше? Бля! Я вообще не ожидала давить! Я думала, он не сидит. Ебать, тебя тарабанили фруктоска в данный момент просто с этого, с юспика. Да, что ты скажешь? Просто блядь. Ржака, да, вообще порвало, пипец. Да, ну тут, понимаешь, ты еще за сильную сторону сейчас играешь, Даня. Она потом будет крысить, ты ее хер там достанешь. Оп. Раскидка. Раскидка персик eSports. Молик между. Ну, Данил, у Данила-то брейна-то до хрена. Оля вынюхивает весь плент. Я тут притомился! А как ты его не заметила? Я не чекнула ниндзя. Гремлины, сосать! Ром, я красивый? Ром, я красивый? А замыслился. О, Ванечка, ты меня позвал, да, ты очень красивый. Спасибо, Ром. Ну, знаешь, я такую закономерность заметил. Ну? Что даже у Данилыча больше шансов трахнуть фруктоску, чем у тебя. Жестко. Хорошо, Ром, спасибо. Не, ну, big facts, как говорится. Дань, ну тут легко, да, для тебя, я так понимаю? Ну, она ж зевает, естественно. Ну, все, он, короче, уже понимает то, что, блядь, хомуха, эта игра для него пройдена. А ты можешь еще, ну, я не знаю, там мама что-нибудь приготовила, Дань, взять и просто хавать и играть? Вань, у меня будут потом грязные руки. А, ну да, согласен. У меня есть. Рядом. Что у тебя там? Покажи телезрителям. Вау! А ты можешь так просто с тарелки с ха-ха... Ой-ой-ой. Как? Сколько? 13 хп. Ну Камочку да. Можно покупать, ничего не знаю. Не-не-не, без авиков. Скаут покупай, покажи вакбан. А ты можешь, ну, чисто взять вот так вот, откусить с тарелки, да? Вот так пережевывать, и как будто ты фруктоску пережевываешь вместе с этим блином. Чё? Тоже ничего не поняла. Ну, я ничего не поняла. Я тоже. Мне сюда нельзя. Я на самом деле просто на Мираж зашла эти смоки потренировать. Подожди, ты сейчас... Понятно. Mm-hmm.
Ты что, стрим палишь? Нет. Я? Да. Почему? Ты стрим снайпишь? Нет, я просто коцнула, я думала, что меня было слышно. Я начала уходить. Хера, да не выше порвало. Дань, слышишь? 7-6 счет. На фруктовку поставила меньше 10%. Если она выигрывает, там баллы челы просрали все. Ладно, не буду подаваться. Окей. А, 15%? Понял. Бля, у Данилы чё, всё, не проигрываешь на позицию. Данилы с такой позиции просто тарабанит сейчас фруктоску. Ай-яй-яй, я не могу, я не законтролила спрей. Расскажи. Не законтролила, да. Получила пизды. Опять никого я не вроде попыталась по три. Опять не слышишь? Стрелять, но у меня не получалось почему-то. Ой, нихуя. Алло? Парень, почему я не могу зайти? Ты можешь зайти, я тебе дал роль. Вебку вруби-ка. Ща. Врубай, 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 врубай. Я не могу долистать отсюда. О. Оп. Оп, красавчик, какой мальчик. А, Данил сел где-то. О, пистолетка, вторая пистолетка, чат. Очень решающий раунд для фруктоски. Если фруктоска забирает данный раунд, она может вырваться вперед и сделать временную ничью. Тихо. Но Данилыч на потничах полнейших. Ай-яй-яй-яй-яй. Понимаю. Ты меня спину не можешь убить. Не, ну это жестко, это жестко. Понимаю. Понимаю, ты меня спину не можешь убить. Легко, да, для тебя, Данилыч? Я так чувствую, нужно реально посложнее противник. А то ты в последнее время, ну, вообще жестко тарабанишь всех. Ай-яй-яй, блях, как у тебя залетает. Она должна была тебя добивать и убивать. Я не понял, где она. Все, начинается очень важный раунд. Максимально важный. Ты, скажем, или фруктоска проигрывает 13-й раунд, потому что следующий будет эко, или она выиграет 2 подряд. Хотя нет, не 2 подряд, наебал. Хотя да, наверное, 2 подряд. Точнее, 3 подряд, потом еще одно эко будет. Пошел раскидон от фруктоски. Ну, Данилыч, ты не простой кент, а золотой. Тишина на борту. Вынюхивает Данилыч свою противницу. Ой-ой-ой! Фруктоска забирает очень важный раунд. Максимально важный раунд фруктоска забрала. И это может быть Данилыч камбэк. Как ты думаешь? Вань! А? Я так не уверен. Ты так не думаешь?
Камбэк. Именно так. Ну, типа, кумбэк. Ой, вот эта флешечка. Понял. Понял, чат. Да! Всем похуй, да? Ладно. Ай-яй-яй. Или она там, или она вон там, или она вон там. Или она вот здесь! Понимаешь? Все, Фрутоска забирает очень два важных раунда. У Данилы сейчас будет, так скажем, тарататлический раунд. Поэтому она должна забирать еще один. Камик, здорово. Какой? Да вот такой, именно тот самый. Ну, Данилыча будет в следующем раунде. Так, плюс 2400. Ему хватает на калаш в следующем раунде. Но этот ему нужно запотеть. Я понял, чат, что 192-й стримит. Вот так вот бывает. А, через кон, да? Да, через кон. Он отравился? Сейчас чекну телегу. Кто? Вадя. Оп! Ну-ка, ну-ка! Спасибо, кстати, правильно кинул. Куда кидал? Ну, щель. Че ты спалил, Ваня? Ладно, извини. Ай-яй-яй, бля! Вот это ж заруба! Ты спалил? Какую щель? Я даже не поняла, что он сказал, если честно. Просто я это называю между. Извини, Вань. Ой, блядь, извини, Дань. Я все равно не видела, куда ты кинул смог. Теперь ты крыса, все понятно. У Данилыча опять экономический раунд. Следующий у него денег также не будет. Если Фруктоска забирает этот раунд, она забирает и 11 вместе с 10. Тишина. Полная тишина. Фрутоска забирает. Счет 12-1. Ой, 10-2. Ой, блядь, 12-10. Данил, а, ну ладно, это нормально. Ничего страшного. Минус баллы? Да не, не сыти. Да не-не-не. Ну хотя, у Фрутоски дохера... Слышишь, шарит то, что Данил поддается. Или нет? Нет, Данил сейчас не поддается, мне кажется. Данил сейчас потеет. А как же у Данила клава переливается? Ай-яй-яй! Счет 12-11! У Фрутоски очень много, а на прибабках в данный момент. При полнейших, так скажем, бабосиках. Ебать, там красный найс пишут. Ебать, чё? Получше, да? Вот эта игра посложнее для Данилыча. Видимо, карта для Фруктоски полегче. Она знает тут хотя бы раскидончик. Не, да, я ещё не играю. Это же конченная карта.
Пошел раскидик. Сколько баллов проебете, если Данилыч проиграет? Данил, можешь вот кто на тебя ставил, сейчас им мотивацию дать какую-то? Чтобы они не переживали. Дань. Понял, подождите, он... Я не могу дигл взять. Я хочу дигл себе. Алло. Алло. Меня слышно? Я хочу себе дигл взять. Дань, меня слышно? Да, я хочу себе дигл взять. Ну, зря ты сам не взял его. Я забываю. Данилыч, ты главное не расстраивайся, не тильтись. У тебя еще одна карта, если что, впереди. А это, еще одна? Это наоборот классно, да, если вы, так скажем, Фрутоска выиграет. Ну, для меня, для медиагиганта, так скажем. Бля. А ты куда-то опаздываешь? Нет. Просто, блядь, позориться еще, как бы еще. Да не, нормально, карты. Нормально. Я топнул. Оп! Стульчак пододвиг... Дань, возьми киберспортивную позу, слышишь? Дань! Киберспортивную, давай, соберись, давай! А Фрутоска, ты не расслабляйся, тут не надо расслабляться, тут... Ну... Я наоборот хочу, чтобы Оля выиграла, чтобы чилы баллы залутали. Я серьезно говорю. Жестко. Мне потому что нравится, когда Лоу-КФ выигрывает. Ваня, это было сейчас обидно. Ладно. Как же Фрутоска читает Данилыча? Просто без шансов. Она страшная, видно. По-любому. Она стрим снайпит. Оля, молодец! Долбоёб ебаный. Ты сколько поставил, Стас? Или ты не ставил? Он вышел. А. У Данила что, вылетел Дискорд опять? Ты меня слышишь, Дань? Понял. А, ну скажи что-нибудь вслух. Чего? А, у тебя вебка вылетела. Нет. Да. Я ее сам вырубил. Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя кто-то подошел, что ли? Нет. Так зачем ты ее вырубил? Просто. Да вруби. Да не расстраивайся, что ты? Данилыч, ты что гонишь, что ли? Алло, врубай. Ты выиграл раунд, давай врубай. Алло, что? Врубай вебку. Ты меня в той игре знаешь, как выиграл хорошо? Я офигела. Давай не расстраивайся, врубай вебку. Алло, врубай, Таня. Ты чего? Тебе все сердечки спамят. Давай врубай, все в тебя верят, давай. Если что, у тебя еще одна карта есть, так что не переживай. Да, 6 хп осталось. Дань, вруби вебку, вруби. Алло. Даня. Алло, у меня вебки сбились, вруби вебку. Врубил? Спасибо. Не делай так больше. Пятнадцатый забирает Данилыч. Да. Последний раунд, всё, чтобы фруктоски взять это раунд. Это было близко, ребят, но... Так получается. Данилыч вырубил вебку, разъебал два раунда. Да, жестко. Это жестко. 3-2-2, Оля, ты 3-2-2 что ли делаешь, или чё нахуй? Че, нет. Я потею, блядь, алло. 15-15, дополнительные раунды. Да куда ты ливнул, бляха? Алло! Даня! Алло! Не вырубай вебку!
У меня вебки сбиваются. На... У меня вебки сбиваются на стриме. Че со светом? Да потом. Не, нормально, нормально тебя видно, нормально. Нормально, как киберспортсмена, нормально. Я потратил время. А? Я потратил время. А я не просил свет. Ой, как же Данилыч прочитал фруктоску, но не смог убить. Нормально, нормально. Прочитано, НТ, да. НТ. Можно ВП буквально? Все, ничего не знаю. Нет, 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 без авиков, Даня. Потому что можно, с авиком почему? Ты просто стоишь и все. Девочки, приветик, все с праздником, сердечко, сердечко. Да все, отливни нахуй с чата, блядь. Ладно, извини. Не послышалось? Бля, как же сейчас фруктоска гениально сделала? Игорь, спасибо большое. Спасибо за такие слова. Спасибо. Да, нужно просто на какую-то стратегию. Ты просто выходишь каждый раз. А хотя не каждый раз, ладно, на это. Хуйня онлайн. А сколько у меня смотрит сейчас человек? Точнее, Данилыча, медиагиганта. 10 тысяч. Дань? Mm. А, я думал, ты уснул. Ой-ой-ой! О-о-о, это было жестко. Данилыч, хера ты ее жестко сейчас. Охуеть. Это клэп, 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 красава. Все, давай, поехал, Данил, собрался, собран. А! Что? А еще деньги дают. Ну, еще деньги, да, дали. Ты перешел за КТ. Если сейчас будет счет 18-18, вы опять играете. Да? Да. Это опять допы будут. Оля, блять, выиграл, че красный чел пишет. Че? Ну, чел пишет, который на тебя поставил, говорит... Точнее, не у меня, как будто сервер ОБС. Крыса. Почему? Ты через Мита пошла. У меня 0 битрейта. Вань, мы же играем через Мит? Да, у меня опять 0 битрейта. Тебя вылетело, что ли? У меня как будто сервак додосит этого. Как будто твичу плохо, а не мне. Да? Да. Ваня, не кликай. Иксфат, если это ты, пожалуйста, не трогай меня, я тебя прошу. Вытащи битрейта нахуй. Алло, Даня, еще одна карта. Пережевывай ее. Вот это будет, кстати, вот это уже поинтереснее, когда счет 1-1 и нужно каждому выиграть. Так что...
Данилыч, ой, какую же Данилыч профессиональную позицию занял. Бля, за тера, кстати, очень сложно играть, мне кажется. Тут столько нужно чекнуть. Прям очень сложно. Все раунды за КТ будут браться. Фруктоска в ахуе. Ой-ой-ой, как же он ей в голову запиздолил-то? Бля, очень больно было. Гениальная позиция из тюрьмы, серьезно, Вань? Да. Он вниз головой сидел, чтобы ты его головку не видела. Оп, Данила из тебя перекусон пошел. Оп, уже пережевывает фруктоску. У нас на 10, да? А? На 10? А, да. Ой-ой-ой, что? Что? В прыжке, блять, это нормально, нет? Данилыч, в прыжке уничтожает фруктоску. Жестко. Изи. Данилыч. Ты вообще плохо на тебя, Вань. Он просто хавает, он берет, вначале тебя пережевывает в раунде, а потом пережевывает, блин, с мясом. Блин, блинчики с мясом, бля, имба. Помню, когда с родителями жил, тоже блинчики эти хавал. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, я просто хотел показать смог. Оп, и опять похавать! Данила, ты можешь хавать в кадре хавай. Хорошо. Нормально, нормально, нормально. Ты можешь, знаешь, вообще вначале, ну, зайти в плент, встать АФК, похавать, а потом захавать фруктоску, понял? Нет. Ну, чтобы прям чётко было. Нет, Данил собрался после миража. Он не хочет проигрывать. Да, согласна. Я бы тоже не хотела проигрывать такой, как я. Ебать малому похрен, да, согласен. Я так и знал! Воу! Оп, пошел. Оп, блин. Захавал, бля. Найс. Пук-пук-пук. Данил, прикиньте, даже никто... Ну, там один только человек я видел, пук написал. Приятного аппетита, больше никто не написал. Это как-то вообще так. Да? Жесть. Я сам... Шок. Ой-ой-ой. Блядь, да я присел! Ты видел это? Ты, ну я видел с лица Данилыча, как ты, блядь, в бок промазала все пули. Бля, я хочу выйти после этого раунда. Не, ну Данилыч, все, я тебе говорю. На мираже ты просто знала все, как делать. Да, я знаю, я пол знаю эту карту. Тут Данилыч просто... Остальных не играю просто. Я тоже. Оттарабанить тебя. Сколько лет Данилычу? Данил, сколько тебе лет? 8. Понятно? Охуеть. Недавно, кстати, 8 исполнилось. Ну как, относительно недавно, месяца 2 назад. 3. Блять, я алынную фруктоску поставил. Ой, зря. Кто это такой, блядь? Это мой брат. Не видно, что ли, блядь? По массе, во-первых, помышечный. У него примерно такие же, так скажем, сардельки нахуй. Ой. Вань, тебе далеко, извини. Какая же тут игра? Игра была равна. Играли два говна. Тихо. Дань, ты схаваешь?
У меня закончились. Кто закончились? Блины. Блины закончились? Да я не про это, ну ладно. Ну и ладно. Дань, ну тут что-то не доиграл, слышишь? У него вебка зеркалена, да не лучше. Дань, что-то пошло не так в этом раунде, мне кажется. Ну, на этой карте, Данил, нельзя отдавать фруктовки. Знаешь, я могу тебе какой-то скин дать. Хочешь, если ты выиграешь? А для меня так работает, да? Нет, для тебя так не работает, извини. Ты чё офигел? У тебя эмка есть какая-то? Я тебе эмочку дам, кибербезопасность. Мне так, Ваня, мне так две эмки. А, у тебя ведь такая эмка. А калаш какой у тебя? Сука. Ну, на революцию. А глок? Глок, ласка, сталтрек. Вот и тебе другой дам. Эти дам водяного. Эй, куда ты бежишь, алло? Оп, развернулся, правильно. У тебя водяной дом немного поношенный, окей? Чтоб у тебя был красивее глок. Не. Не понял. Ой, так красиво. Понял. Ну все, ну тут... Как спрейть, боже, как спрейть. Тут на третьей карте фруктоску сожрали, походу. Как блины просто два улетели в пузо Данилыча, так же и эти. Согласна, согласна. Лучший из лучших. Не, я вообще ненавижу Инферно, в принципе. Ну, подожди, не, на самом деле... Не, я же сказала то, что я хочу просто доиграть шутку. Не, я понял, я тебе говорю то, что за теров тут очень сложно. Тут очень много за позиций. За теров, да. Тут очень много позиций нужно чекнуть, надо прежде чем выйти. Я ее не видел, он куда-то застрелил. Ни хрена себе. Охуеть. Офигеть. Нихера, Данилыч, ты. Берем прекрасную пушку. Анастейс. А вы положено? Нет. Анастейс, как тебе игра, так скажем, молодого, перспективного малого? Да, кстати, дадимте на советочку. Оля, если ты, кстати, 3 раунда возьмешь, это будет достаточно, чтобы откомбочить за КТ. Я тебе серьезно говорю. Да не-не-не. Вот это стрельба на уровне, ой, что у одного, что у другого. Куда там? Данюч, какое у тебя звание в ММ? 5 сильвер. Нормально. Это... А чё он фейсит не играет? И то я тебе, да, слил? Фейс не знаю, чё не играет. Да. Имейте уважение к Данилычу. Выражайтесь культурнее. 5 сильвер, да, это давай. Я, Анастасия, чтобы ты понимал, это я муранг посливал, потому что я играл у него на сильверах, типа, соло против пятерых. Боже, как же ты перевелся, но немножко не довел немножко, Данилыч. А, ну, кстати, если фруктоска за КТ будет играть вообще прям, ну, в мега-крысу, это, ну... Ваня! А? Не-не. Что? Не-не. А может, ты замолчи? Конфликт. Данилыч, ты когда во фрик-схват? Нихуёво. Я ёбнутый, конечно, молики даю. Че, блядь? Я его слышала, я думала, мне показалось. Я вернулась, когда чё? Чё произошло? Спину чё стрельнул? Чё, блядь? Не, я думала, что он стрелял с балкона, я думаю, чё происходит. Думал, мне показалось, я начала возвращаться. Чё, блядь? Ты так всё сказала, да? Чё, блядь? Что это за шкаляр? Кого ты шкаляром назвал? Сынок. Это про меня, держи в курсе. Так, ну сейчас я должна попасть, согласна? Угу. Промах. А, не попала. Спасать.
Меня вообще граната убила. Мам, почему ты, ты хаешкой промазала и попала все равно по Даниловичу? Да? Охуеть. Она типа отрикошетила? Да. Я пересмотрел бы этот раунд, но я смотрел за Даниловичем. Ну, да. Нормально. Уёбище! Камик, тебе в микрофон рыгнуть, что ли, или еще? Кто уёбище? Я? Нихера себе. Моя команда. Ну-ка, покажи. Не, это ансабы в чате. Ладно, ладно, извините, ансабы, это сабы. Это сабы в чате. Смотрите, чисто такие два. Строго хуйло! Уёбок! А где он сидел? Где ты сидел? Вот тут. Бля, Вань, можешь объяснить, где он сидел? А, в песках. Я не вижу просто. В песках. А, в песках? Понял. Я не дочекал. Слышь? Расстреляй тут этих, так скажем. И второго. Все, дефусь. Да, Steam Даниловича хочу поиграть с ним. Нет, Steam Даниловича не дам. Только даю трейд, кидайте ему трейд, я заберу все шмотки, которые дадите ему. Ты что, охренел? Да я шучу. У меня чуть-чуть запретка не вылетела. Фруктоска, вот если ты сейчас, кстати, берешь еще один раунд, я тебе говорю, то ты за КТ. Очень так. Большая вероятность того, что ты выиграешь. Так. Потому что Данилыч, ну, вообще ничего не чекает. Он сейчас просто выйдет и тебя трахнет. Извини, конечно. Но это big facts. Аж сосок заболел. Господи. Все, пошла смена сторон. Вообще не чекает. Он вообще не чекает. Все, у Данилыча самая сложная сторона. Данилыч, я тебе говорю, тебя нельзя брать, короче. Бля, мне так бесит ему то, что... Сейчас надо, ему сейчас надо выиграть просто два раунда и все. Да, три, четыре. Ну, два, чтобы прям вообще... Мне так бесит то, что чат реагирует просто за секунд 10. Меня это так триггерит, да? Просто. А да. Что, все равно задержка да, есть? Да, все равно есть. А эти штуки не было же. Все, Данилыч, тебе нужно выигрывать сейчас. Очень запотеть. Нужно очень много чего чекать, чтобы поставить плент. Давай, Дань. Блять, надо мной прикалываться или чё? Там чилы пишут 5 пятерок в чат, когда помнишь, я просил. Алло. Переиграл. Алло. Получается. Опять не слышит. Fuck this. Алло, Даня. И где он? В АФК нет. Да-да-да. Алло. Алло. Здорово. Угу. Вебочку включай. Погоди, я не могу. Ты играешь там, да? Ай-яй-яй, остается у Данилыча 53 хп. Фу, как же Данилыч потеет. Ну, плотно, да, вообще. Данил, вруби вебку. Сейчас. Давай. Успел, надеюсь, что... Да, да, красава, давай. Все, осталось два раунда, просто закрываю ее в ноль и... Реально, осталось всего лишь чуть-чуть. И все, стоп, мне чат нужно. И все. Что? Что вы смеетесь?
Опа. Кстати, фруктоска взяла раунд. Очень, так скажем, нормальный. Точечки, 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 точечки. Два противника потеют. Оп! Убей консаба. Ладно, шучу. Модеры, мути этих типов, зачем вы такой клип делаете? Жестко. Данилыч, ты походу красава, слышишь? Да. Тут уже. Души. Тут уже кем-нибудь, то все. Алло, ты что там, да. Опять что-то хаваешь? Нет. Бля, не говори, что я про хавку, пожалуйста. Я страшнее. Все, давай. Хотя, ладно, ты уже купил. Что? Приколись, бумбыч в натуре на минималках. Ну это да, кстати. Оп, флешбэнг. На нахрен. Летит, летит, летит. Все, Данилыч забирает последний раунд на плюс В. Оп, долетел, не долетел, прилетел, залетел. Чем? Вот крыса! Так. Крыса! Понятно? Да, это я. Ну да я. Крыса! 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 Фу, нахуй. Че на башке? Оставь. Ничего. Данилыч, тебя видно сзади кровать, если что. Ты стул пододвинь. Алло? Не хочу. Смотри, чтобы там просто никто не лежал. Ну вторую крысить. Дань, я тебе говорил. Что ты мне говорил? Ты мне ничего не говорил. То, что ты мясо. Ладно, извини, ты красавчик. Ты мне... так мотивируешь его или что? Не, на самом деле ты реально молодец, классно играешь. Нет, ты очень хорошо играешь. Согласен. Охуел? Извиняюсь. Оп, смачок от фруктоски. Ёбни. Всё. Данилыч забирает
Жестко, жестко. Победу у Фруктоски. Данил, что ты скажешь своему противнику? Лучший. Это было легко, согласен? Данилыч. Не очень. Что ты скажешь своему противнику? Нормально играет. Нормально играет? И все? Ебать Фруктоску овощи, я ебу, конечно. И все, ты только это скажешь? Алло. Алло. Покушать надо бы. Ты что-то еще будешь делать?